Всем привет, друзья, вы на канале Рэмплей. Мы продолжаем играть в The Isle, соответственно. Наши любимые динозаврики. Залетаем на первый сервак, Night Show 1. Вся информация внизу под видосиком. Также внизу будет под видео ссылка на мой Discord личный, где я делаю анонсы, когда будут стримы. Выкладываю видео, когда выходит на YouTube. Этот сервер у меня по игре Best of Bermuda, если кто не знал. А если кто знает, то почему вы не там, вопрос. Так что заходим туда. Заходим в игру Best of Bermuda. Ищем мой сервак. Заходим, играем, развиваемся, растимся. Онлайн уже потихонечку повышается. Ну, уже по 6, по 7, по 8, по 10 человек. Ну, для профессионалов, да, конечно, там мои онлайн майники. А для новичков самый айс. Все узнаете. Все аспекты игры. Протестите все. Пока еще очень много народу нет. А народ будет по-любому. Потому что это дело нельзя забрасывать, будем развиваться. Будут новые правила, это все дополнять будем, улучшать потихонечку. Там есть, кстати, и идеи для предложений по правилам. То есть спокойно можете свою идею выдвинуть и все. Мне показалось это, ну или кого-то слышал. Но мы около ВВ, по сути, но я вроде никого не слышу. Ёпарас, это Сабик. Но Сабик нам не угроза, здесь только там адулт есть, тут не проблема. Так что, такие дела, это свои идеи и предложения, там есть специальный раздел, можете... Давать мы это, все это дело глянем, это все это дело посмотрим. Если ну, довольно такие адекватные идеи и предложения, соответственно, это дело одобрим и внесем изменения, будем вместе развивать сервачок. Он еще это совсем новенький, там только месяц ему. Второй пошел. Ну, на втором месяце уже, ну, более-менее онлайн. На первом-то это вообще мало было. Сейчас уже потихонечку люди заходят, подтягиваются. Это хорошо. Правила довольно-таки лояльные. Так что посмотри сам, но я тебе советую зайти. Это будет хорошо. Так, погнали. Все. Мини-рекламу дали. Ну, о нашем могущественном проекте по Best of Bermuda. Сейчас, тем более, выйдет скоро обнова туда. Ремоделька Лурды. У Ихтиков там новый. Баф это появится. И вся... Орет, блин. Вся информация, соответственно, есть, опять же, у нас в Дискорде. Здесь в моем. Новости по игре. Там уже мини-трейлер есть, даже два. Так что все за лурд, наверное, будут по-любому. Там новые лурды выйдут. Будут зависать. Так, все, что хотел, сказал. Надеюсь, это все правильно поняли. И все без исключения зайдут на сервак и будут играть. Развиваться, потому что чем больше нас, тем лучше. А сейчас давай вливаемся в лор игры. Так, ну вот там вижу уже травоядного, да, прям сразу, смотри, вон идет. Сатигозавр, то есть. Мы ему приветствуем, соответственно, жмем.
Вон он бежит к нам. Так, а чё они там пишут? Надо посмотреть уже. Вот он к нам бежит. Давай поздороваемся. Ку! На ВВ ты чё там хищишь или чё он оттуда ушёл? Ну это тут по нику все понятно, одиночка. Пойдем на ВВ глянем. Так, ну у меня второй экран и или уже первый. Ну-ка. Не, у меня первый экран. Я уже почти отхилился. Так что снова могу вступать в бой. Тегобледовик, причем очень-очень хороший. Вроде все тихо. Ни рексов, ни гик не слышу. Обычно, если их там двое или трое, орать начинать, там чатиться или еще чем-то. Их слышно сразу. На расстоянии. Давай по водичке хряпнемся, да? Хряпнем, вот нахряпаемся воды прям. Жестко, прям вот так. На превьюшку поеду тогда. О, огонь. Мини-превьюшечки мои. 4 фоточки соединяешь, получается красиво. Сейчас водички напьемся. Опа, 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 я терку слышу. Там, там терка есть. Ну вот терку, конечно, жалко, на стриме ее просрал. Вон она орет там. Жалко, жалко, антерочку-то. Ну, хотя бы она хоть кого-то убила, и то плюс. Не так сильно жалко, но жалко. Это видео о том, как жалко. Жалко, 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 жалко. Жалох, пчелы. Мы спокойненько идем на ВВ. Сейчас придем. Ну, терка орёт, значит, уже травоядные. То есть нам от этого плюс в стадо сейчас как залезем. Ждать будем, когда придут хищники. Начнут бой с нами. Мы, соответственно, на танке. Мы выходим первый. У нас тоже хороший, блин, достаточно утрек. Но не такой топовый, как у стегозавров, например. Но блид тоже у него довольно-таки неплохой. Мы всех блидуем, эта терочка потом добивает. А если там есть еще и шант, или еще какой-нибудь трайк, или диаблик, то вообще будет шоколадно. Это будет вообще крутяк. Идем спокойненько, двигаемся. Медленно и верно. Да, вон мы уже приходим. Но отсюда еще пока плохо видно, не видно. Опа, прологнуло. Это рядом есть. На ходу все пытаюсь нюхать, но у меня нюха уже нет на ходу. Боже, Рекс играть не умеет. Это точно, да, за Рекс надо уметь играть.
если не умеешь, соответственно, сначала лучше на других научиться. Посмотреть хотя бы, как идут бои, сражения. Ага, вон терочка. Терочка сверху. Давай кустик пощиплем, а то мы уже проголодались еще, пока тут лазили. Туда-сюда ходили. Ну, гигасабик там, конечно, ему долго раститься, да, долго. Пердеть. Нифига, цауку сожрал мало. Смотри, какой прожорливый драйк. Он, да, он жрет много, скоро нет. Но зато он держит над хавкой, я тебе скажу, довольно-таки неплохо. Что такое-то, лагерь какие-то? А, вон там этот гига. Кто там, да, там гига вроде бегает. Или рекс. Ну, один рекс это ни о чем. Да, вот, не договорил. Ну, он во время боя может двое суток бить страйк. То есть, и ну, при этом это держать эту хавку. Так что по поводу хавки к нему претензий нет. Ну, и жрет, соответственно. Ну, если там один рекс, то сейчас мы его быстро одуплим. Что такое, ну, прям вот подвисает. Это бот, наверное. Давай заорем сейчас. На трайке. Проголосим. Ну, они уже, наверное, это... Все кусты сожрали здесь, да? Спиноч там бьется. А, все, он выиграл у Рекса. Рекс просрал, вон ютки какие-то бегут. Галик. Но у ютки труп вроде. Все, я полностью весь отхилился. Здоровый. Как бык. Здоровый, мощный, могу сражаться. Спинозавр, соответственно, Рекса чекрыжил, жрет, сидит, да? И уютки труп тоже. Собираем потихоньку мощь. Собираем. Вот тут еще и шант раненый сидит. Анкилозавр, смотри. Крутяк. Две шанты, а у нас не переборных не будет по апексам-то. Не будет. А то придется идти тогда, если перелимин будет. Ну, считай, два апекса. Ну я три, получается, на терке за апекса не считается же, правильно? И не считается. Ну есть что, ну предупредят. Стадо у вас перелимит или еще что-нибудь. Ага, вон там Карн опять бегает. О, на утро перевели, красота. Красота, красотища.
Яблик. За этого, за анкилозавра, кстати, не играл. Надо вот купить сегодня. За спину больше не пойду пока. Пока решил на карм побегать. Записать потом за анкилозавра видосик. Побегать, будет прикольно. За него, ну, два разные всего, ну, за всю игру играл. Ну, он, да, он плохо поворачивается, конечно. Ну, у него свои минуса, но и плюса есть. У него урон охренен. 1260, то есть он только для третьего тира он не опасен, можно сказать. А остальным, если попадешь один раз, там пиздец будет сразу. Откиснешь, так он карму носит, что-то там. Там Галик его троллит, да? К стаду бежит сразу, да? Сейчас сразу отпиздюлится. Кронозявр. Там Галик он закручит его. Галик, да, он страшная машина, блин, для убийства. За него только надрочиться, вот прям, ну, топово играть. Он бегает, ну, почти как карту носится. Перекрутить даже юбку может при желании. Но урон, правда, маленький, и, ну, вес тоже маловат, но ничего. Это компенсируется скоростью, раз, поворотливостью, два, маневренность и так далее, три, быстрое действие, резкий, четыре. И легко управляемый, пять. Не слишком умный Галя. Там Карн он пытается чекрышить его. Пинает он, бегает. Это молодец. Но это тоже надолго не, ну, ни хрена не проворачиваешься. Ну, попадешься, то есть, ну, вот момент такой будет, и у тебя шпок. Да, кстати, мне надо кушать, давай понюхаем. Давай-ка занюхаем. Ну да, тут уже все пожрали. Не гоняй, надо ходить за 20 миль. Плохо, что нельзя делать респам кустов, да? Через админку как раз обновили кустики, хорошо. Кушать не хочу. Сейчас мы этот кустик сразу и загорем. Но он уже почти лысый, то есть. Блин, терка его сожрала. Вон еще куст есть вдалеке. Ну, я наемщик с этого куста. Ну, по сути, должен. Маловато, конечно. Ну, заполнил вроде более-менее, пока хватит. Ага, вон гига. Гигантозавр. Адолт. За спинчем, что ли, побежал? Ну, мне кажется, она ему просрет или нет.
Ботов не кушать я хочу. Блюх. Присели. Так, там уже две ютки, да? А один Карн. Ютки, кстати, вот Карнч мог тут чекрыжить. Галик, не иди. У тебя файт. Да, все, Галика отстранили от стада. У него, короче, файт. Дьяблик жесткий есть, ребят. Но он по карму даст хотя бы разочек, мало не покажется. Ой, блин, хорошая печка. Если он попадет по Карнычу, и Галик его будет гонять, то Карныч... умрет. Подождал на секунду 20, да, умрет. Но хотел выразиться по-другому, но не стал. Вежливо, адекватный все. Умрет. Что-то я наезд не могу никак. Опять хавку просил. Ага, вон гига обратно идет. И что, он отчекрыжил его, нет? Дьяблик теперь пошел с ним в пай, по очереди. Ну, у нас он гига есть еще. Сатигазавр пошел один, да? Куст съел, негодяй. Ну, гига одна, в принципе, один на один, я согласен. Повоевать с ней. Да, пойдем. Нажремся хотя бы до пула. По-любому сейчас нападать начнет на нас. Видите, одинокий трай. Один на один, то можно, почему у меня. Чай не 10 гиг. А всего лишь вот одна. Ведь даже вроде не пуловые. А не, вроде уже пул. Довольно-таки хороший звук такой из паркерского периода, прям в копе. Крепко. Вон я вижу прям большой расцветающий здоровый куст. Сейчас мы его и похаваем. То я просто до фула не могу наесть, и у меня получается, что хавка быстро падает, потому что я не фул. Надо покушать. И еще можно было напережирать, то есть пережирал вообще. Как в этой Фабермуде был в огонь. Жесткий тост и пережор ушел. И шикарно. Не, один на один я бы даже и на гигу вышел, мне пофигу. Ну или против Рекса можно тоже до фонаря. Вот сейчас я точно до фула наемся, да? Давай, давай, кушай толстячок. Вот теперь пойдем запьем водичкой.
что это там, сатигозавр, что ли? Остановился, что-то подзавис. Он сдох уже. Не сдох, а умер, но нельзя так сдох. Сдох — это как оскорбление звучит. Сдохни, тварь, да? Тут умри, ну пожалуйста, умри. Уже вежливость. Тут пропаганду какую-то дичь несу, втираю. Так, погнали. Ну что, будем сидеть тогда со стадом, пока нас не чекрыжит. Ну а куда нам еще идти на ТВВ? Это для травоядных прям вот 100%. Ихние стихии, ихние среда. Так что тут чисто сидим, сидим, тусим. А, они на Карнчу уже, да, юбки начали. Молодцы. Кронотаврик-то, ну, на шифте я не догонит, он не убежит от них. Яблик там что-то все бегает, лазит, смотрит. Ну, яблик для второго тира вообще имба прям. Ну, фуловый именно. Один на один. И Аллозавр ему проиграет, и Карна, и... Ну, Ютка-то уж по-любому. Церковь тоже просрет. Так что он имбовый. Вот тут опять же зависит, как за него сыграть. То есть, если нормально сыграешь, будет хорошо. Если не нормально, то не будет хорошо. Люх. Кто положился, смотрим. Что у них тут за файт такой? Что они его не убили-то? Админ, а НВВ админ. Спасибо за игру, до встречи. Вы кто, Юты? Или им админ сказал мне атаковать? Или Карны это админ? Не, это не админ Карныч, мы видели, он все отписал. Это другой. Может, Ютка одна из Юток админ? Куда ютки делись? Ты сюда ушли, что ли? Я, блядь, чисто осматривал, что ли? А, не, вон ютки появились. Они в лесу были, значит. Сидели в лесу. В засаде или ушли в лес, чтобы не чекрыжили. Но две ютки против одного Карна, если сыграть нормально на ютках, то Карныч просрет. Даже гиперверсия, вон и гиг лазит. Но это по нашу уже часть одна сейчас, и еще придут два собрата и по-любому начнут нас крышить уже. Ну, у нас тут мощно. Фанта, два бледовика, три бледовика. То есть сатигозавр, я считаю, еще один стегич.
силовухи две, то есть шанта. Танк один, трайк. Урон. Анкилозаврик. Кстати, я же на анкилоры новую модель делал, да? А что-то по-старому выглядит. Надо будет на него новенько что-нибудь поставить, что-то он у меня как-то плохо выглядит. Стандартный просто, сатигозавр, он новый все. Забыл я про него. Но озвучка у него новая, это точно. Кто это такой там орёт? Ютка, что ли, так орёт? Гига вон туда ушла, села. На выход, наверное. Карнч так и трёт шкуру здесь, да? О, и еще Диаблик орёт где-то вдалеке. Или это наш Диаблик бегает там. Но уже не наш, он уходит от нас. Где-то вдалеке. Ну, уйдет Кинг Голос прикольный, конечно, от ТАСС. Круто. Такой очумелый звук. Вот, все, сейчас вот поели. Ну, до фула, видишь, все, хавка целая. Когда она просядет, пройдет много-много дней. Да, вон Карнич бегает, все, у них пошла атака. Смотрим, кто выиграет. Ну, ёпки, на шифте надо за ним бежать, так она его не догонит. На шифте, да, она разгоняется довольно-таки быстро. То есть может ему в жопу зайти и кусать его. Но тут тоже есть нюансы. Но если Карнич вот бежит, ну ты на шифте, да, вот несешься. Ну, ты догнал его, вот все, ну в жопу, ну, начинаешь его кусать. Неопытный Карнотавр, то есть он, ну, бежит и старается там куда-то тебя убежать. Не знает того, что от юрки, ну, на шифте не убежишь. А опытный резко останавливается и под себя кусает. Ну, то есть ютка все равно, она пробегает маленько вперед и получает пизды. Но там один укусик и все, она уже и инвалид. Вот таким образом Карнотавр своей хитростью выигрывает. Хитростью и скоростью. Ну, плюс у него блик тоже такой, ну, для своего тира он довольно-таки неплохой. Так что это хороший динозаврик. Кстати, вон Масабиков там видели, да, надо будет за анкилозавра побегать. И за юточку тоже я хочу поиграть. Я хочу догнать кого-нибудь, от чекрыжить. А, нет. Вон еще один Диаблик идет. Два Диаблика. Но этот вот ни хрена не фуловый, короче. Короче, это не фуловый Диаблик, а он тот уже фуловый бежит, жирный. Так, там Гига, куда она делась? О, Тразил заорал. И трайк идет, но нас уже перелимитил. Ну, по-любому, на 3 апекса вроде можно. 3 или 4.
Или вроде 5. Не, 4 вроде Апекса, да. Опять этот Карн пришел. А что, тут ему удобно. Много открытой местности всякой. Герерка бегает. Маленькой носится. Спинозавр опять приперся. Посидел, отхилил гад. Пришел. Там Гига вон и Трайк идет. Спинозавр за Гигой прется, да? Тут прям как это, как новости как будто какие-то. Сиди только. Комментируй, блин. Сейчас вы видите, как мы не можем. Минуты я сижу. Конечно, я помогу. По правилам, если можно, вам пишут. Типа, поможешь своим минуты еще. Ну, иду. Иду, я же точно не знаю правила-то. Можно что-нибудь взять. Ну, вот тебе, пожалуйста, на 3 гиги. Сейчас и ну тут поможем тут и своему и нашему. Вот уже и эти все пришли. Сколько там, блядь, весит? 2-4 гиги. И вот тут уже все поднялись, сейчас, смотри, все, сейчас, короче, экшн. Экшн, короче, сейчас экшончик. Всем этим в одну кучу тоже плохо. Сзади одна гиги. Идет. Попал там кто по ней, по этой гиге. Блин, я под наверх. Ты тише, Трайк, сейчас по шанте как попадешь, мало не покажется. Где мелкий надо, вот здесь вот в основном. Ага, там по ней это попали, походу. Анкилозавр чисто дамаг. Но он специально туда отходит, чтобы она напала. Где она? Вон она там. Мы все в рассыпную. Но я одну держу тут, но 2 шанта там и Трайк, то есть, ну, нормально, я этим помогаю, более мелким стегозавром.
Зря вот они уходят, конечно, туда. Уже ну, далеко их отводит от стада. Сейчас он их отчекрыжит, но болид хороший. Вот, стегозавры, если попадет, мало не покажется, гений. Три капли тоже бы себе получит. Стегич он бежит, прям прессует и... Так, ну ей дали блит уже. Да? Блит есть у Гиги? Что-то не показывает ни пизды. Есть у нее блит? Нет? Не попал, что ли, по ней? Ну, пешком он ходит просто, все. По Стегичу попал, а он что, ни хрена по ней не попал. Стегозавром идет, негодяй. Ну ты по мне только не засади. А, не, есть, блин, есть. Давай, давай, беги, беги, родные. Побегай, маленько, разомнись. Не, блит есть, он ходит, блидует. Блидует, брат. Ага, блядь, сел. Ну вот эти двое сейчас, ну, они за мной пойдут, если я того погоню. Тут нужно кто пошустрее. Блядь, маленько трогает, козел. Это есть, блин. Ну побежали за ней, я ее добью сейчас. Пускай бледит тварь. Блин, блин, давай, блин, блин, блин. Дяблик, молодец, гони, гони. Гони, гони эту тварину. Не давай ей хилить. Ну просру даже, есть пофигу. Но у ней блит есть. Надо ее бить, гасить. К своим он ведет. Шаболда. Так он по дяблику попал. Но у нее тоже блит есть. Давай, иди сюда. Давай, давай. Ага, вон еще идет. Все, вижу. Ну, я и говорю сейчас, ну, втроем вот. Ну, на меня на одного стопудово полетят. Мимо, мимо, не попал по мне. Это прям с этим саблидом ходит. Давай, давайте. Ну да, у него блит, и ему до пизды лазить прям с ним. Сколько у него жизни там, должен сдохнуть. Но у него царапин даже нет, ну, походу мало блида, вообще там копеечка. Если бы серьезно был блит, он бы быстро вытек. Дьяблик что, умер? Или нет?
2 гиги. Было 3, одной нет. Но я рогами только могу бить. У меня выносливости нет, серьезно. Так, там трек за этой, смотри, за этой крысой. Ну, без обид, это просто лексикон такой. Если что, если видите видосик, смотрите. Че, он не прошел, блин, да? Надо, чтобы я ей жахнул, тогда ей больно будет. Что-то они все уходят куда-то. Че, они осилят, что ли, типа? Ну, пойдем тогда назад к стаду. Ну, что-то они, ну, трусливые. Ну, одна пыталась, конечно, пиндюрить мне. Но у нее не получилось. Хватит, кинь. Кого-то убили, негодяй. Так, давай кустик пожрём. Все равно пока тут-то. Но одну вроде они только отчекрыжили, потому что их было 3, а сейчас что-то одна. По групповому что-то пишут, да? У меня и, ну, так нет ни хрена у нас. Да, умер я, блин, жалко. Ну, он молодец. Если вот видео смотришь, ну, тот, кто на яблике был, молодец. Погнал гигу со бледом, то есть. Ну, пытался, да. Прикрыть, а это многого стоит. Не струсил. Как некоторые набывают, когда на стадо, ну, нападают, это все сразу на эскейп, ну, на таймер и на выход. На. Сражайтесь там, как хотите, сами. Бывает, да, вон, одна минус, одну чекрыли. 2 минус, что ли, еще одна. И одну спиноч там он дрючит. А нет, тут ходит еще одна. Надо маленечко с атомику требовать. Вон еще одна. Что тут все поймешь? Ну, трайк прям настойчиво идет. Прям хочет брюкнуть. Так, о. Он мне ничего не писал по групповому. О, я маленечко отрегенил, я уже могу бегать. У нас майки первые. Так, там трек пошел за одной гигой. Но у Шанта блит. Я особо бегать не может. По ней попали. Так, пойдем к этому треку поможем. Эти два прохвоста сейчас за трек пойдут. Он сзади бежит. Сейчас это попали по трайку. Блин, дик дали. Давай, иди сюда, че ты? Они пытаются разъединить, но этот трек там хоть попал, по той нифига. Они, ну, на шифте их, ну, это хер догонишь.
Ватсон за ним без толку. Но их вот Шанта может это догнать, если они будут без шифта, то есть она их спокойно ёбнет. Мне по сути наконец видео как раз просру весь страйк, но это нормально. Следующий видос будем в другого играть. Но они, видишь, они без блида все. Им нужен тот урон, который блид дает. Ну то есть я должен им втащить, вот им тогда больно будет. Сраться будут тогда с чем, видите. Для этого надо потащить как следует. Давай Шанту поприкрываем, у нее блит. Она все-таки рванула, у нас тоже защищать. Ну давай вот, ну, на зеточке. Но мы более поворотливы. Походим, то есть вот так, на пешочку. Давай, давай. Так, ну та гига там у меня одна, давай. Ну на шифте сволочь ходит. Уводит, уводит. Ну и чё ты бегаешь? Нафиг ты в него срался. Я вижу, вижу тебя не все, давай. Ну разочек ей хотя бы дать от пердачка, я бы больно был. Я бы тоже ей, ну, довольно-таки нехил дал блина. Но на шифте, видишь, ходит, что это, неинтересно. Так, один трек пошел туда. На крик байтит. Не, не, не получится, чувак. Питбокс, может, кривой сработает. Там бывает за 5 метров бьет. Кривым хитбоксом трек бывает. За 15 метров даже, наверное, бьет. Ну, пока Шанту похороняем. Сатамин все пытается отхилить. Так, ну та гига там ходит, да? Их тут две только. Ну, больно осторожно уж прям, ну, очень осторожно. Боится за свою гигайсик за свою. Ну и чё-то давай. У меня блит хороший будет, так что если я попаду, то мало не покажешь. Так, вон два карна пиздует. Ну, она туда пошла. Ну там по сути на Шанты и Сатигазавр есть. Ну, то есть, ну, довольно-таки неплохо. Ну что-то какие-то, ну, эти терки юрского периода тут происходят. Я даже ни разу ни по кому и не попал.
Хотя меня пытались кусить, но не получилось вовремя. О, увернулся хорошо. Дамага не был. Я не знаю, что тёрка в мозг ебёт. Давно бы уже, ну, догнала всех и дрюкнула. Спокойно причем дрюкнула всех. Так, где то еще гиг? Или все, ей пиздец? А, не, вон. Мне разочек надо хотя бы пиндюрить. Молодец, Трай, красава. Красава, красава, впиндюрил ей. Так, это туда заходит, да, к этим. Нет, вот оно здесь. Терка бы добил там, ну, то гигу, что-то там у него блит висит, там трек тащивый. Причем довольно-таки нехилый. Иисус бледом. Гайдно. Но мне за ним бегать, конечно, бы такой сидел. Ну чё они там, а че крыш-то её нет? Чё там, есть у них, блин? Вроде есть. Пробежимся, может, по ним? Да, пытается там её догнать. И что-то я не понимаю, как они со бледом ходят, бегают, блядь, и у них все заебись. Ну вот, смотри, там блит у ней. Носится как лошадь или... Ну это все нормально у нее. Какая дичь. Перка вообще что-то какой-то этой, ну, хуйней мается. Непонятно. Несобранная группа, команда. Тигазаур, он за этим побежал вообще куда-то. Ну да. Такими темпами... Нет, ну они потихоньку нас дрюкнут. Я не знаю, перк это 38 бегает. Че она мозг ебет. Ну троллил бы хотя бы. И то плюс какой-то был. Чтобы... Не регенились эти ослы. Сатигазавр что там чекрыжил? Кракозавр орет, как карнотаврский. Сатигазавр там за этим побежал, че он? Или он тоже его отчекрыжил? Да, смотри, вынес его поход. Нормас.
Гарри что-то какая-то... Гич. По сути, вон терка могла бы, я тебе говорю, уже давно бой бы весь завершился. Если бы терка хотя бы бледовиков на этот троллил маленько, было бы шикарно. Она что-то как-то побаивался вообще. Или, может, ей нельзя было лезть, может, она уже пришла, когда у нас бой был. Я просто не заметил, может быть. Я даже ни разу никого не пнул. Вон еще один трек, три трека, охуеть. Тут уже передос апексов. Да я на выход сейчас, как раз у меня видос закончится. Когда скрим? Стрим. Скрим, бля. Тут терки это. Ну, вроде у нас. Не, может, конечно, я и прошляпил где-нибудь, хер его знает. Когда стрим? Стрим скоро будет. Но одна тура точно. А, нет, не был. Не, их не был. Не был тер. Да, они, наверное, уже во время боя в игру зашли, то есть им нельзя вмешиваться. Точно, точно. Но мы лежали, потому что только Шант, Тетрайк, Анкилыч, Стегич. Я даже ни по кому не попал. Не жахнул ни разу. Даже ни по кому не жахнул ни разу. Не получилось. Не получилось, не зашло. У меня тут на поляне трайк один из. Че? У меня тут на поляне трайк один из моих пяти трайков, но у него третий экран после файта с аликами. Я бы сразу откис. За анкил надо будет поиграть. Ой. Почти не играл за них. Ну, один-то один не полезет.
Один не полезет, это верная смерть сразу. Да. Чего тут он разбегался? Ой, что-то меня тэпает. Тут как повезет. Санти. Да, было. Кстати, по стриму посмотреть, наверное, со стрима 2 или 3 назад. По исследованию, который ланшотнул Рекса прям с одной силовушки, прям с одной тычки, как дал ему прям сразу пук, ланшот сошел, круто. За 3000 с лишним часов, но это первый ланшот. У меня их много. Куда мне их? Ну, всего бы. 10, может, побольше. Больше не считал их. У меня их до хрена, этих трайков прям куча. У меня их прям, ой, как до хрена. Трайков до хера. Ну, Рекс вчера. На трайке тоже на стриме. На стримчики, на это вот. Тоже это. Тоже мне зашло, круто было. Чпокнул. Тухнем теперь, сидим, да. Подлагает, фризит. Маленечко лагает. Не, ща видос это. Думал, сейчас это эпичный.
совершении с гигами. Так, вышел. А вышел тухляк. Ну, бывает такое. Тухляк, даже не поучаствовал. Хотел эпического боя, но не получилось. Не всегда красиво побеждать, но бывает. Даже не достается. Ну, хотя круто увернулся от укуса. Хотя сделал мега маневр. Усин гиги. Тоже норм. Ну, это чисто поржать. Еще будет экшн. Хотя сделал мега маневр, увернулся от укуса гиги. Тоже норм. Зетка в помощь. Спиногрыз, он там жрет, все ходит. Да, но под конец, конечно, экшончик такой. Даже пускай и просрали бы до фонаря. Трайков до хрена, все равно не жалко. Придется его на склад убирать, потому что, ну, два раза уже за трайка. Третий раз уже такой себе, конечно. Я уже раз с гигами файтился. Мне скучно стало. Я тут дэнсить начал и башкой мотать. Видел. Видел дэнс. Горбатый он. Горбатый он. Горбатый. Тоже хотел. Отправиться все на склад. Потерь дьявол. Так, давайте тогда на этом и закончим. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте про колокольчик. У нас были в этой серии терки юрского периода. Ну, мы сами, конечно, не поучаствовали, но мы чисто прям профессионально увернулись от укуса гиги. Это не каждый сможет. Так что подписывайтесь полюбасно. Лайкосик 100%. Не забывайте внизу по ссылочке переходить в дискорд моего сервера по бесту Бермуды. Мне шанс жалко. Заходите на сервак, развивайтесь, раститесь.
чтобы было хорошо, чтобы нас там было много. И будет все замечательно. Я с вами прощаюсь. До новых видео. Всем до встречи. Всем пока.